Такая вот здесь реклама Rexona. После нее я бы как-то подумал, брать или не брать данный дезодорант. Реклама мужского выглядит, кстати, чуть поприличнее. Если попадется, сниму. Всем привет! Сегодня я решил такую рубрику, так скажем, завести. Такие ролики о жизни в Испании. Здесь я буду размещать какие-то мысли по поводу жизни в Испании, какие-то наши новости, ну и какие-то небольшие зарисовки, ролики короткие, которые по какой-то причине меня заинтересовали, и рядом была камера, я что-то снял. Либо же о чем-то рассказал, о чем-то небольшом, что на целый ролик, в принципе, не вытягивает, и смысла растягивать нет. Поэтому будет вот такая вот, так скажем, иногда выходить, когда будет накапливаться на очередной ролик о жизни в Испании. Такое вот небольшое собрание из роликов, поэтому они связаны сильно не будут, но тем не менее, я думаю, будет что-то кому-то да интересно или полезно. Всем привет! И сегодня несколько слов о медицине испанской, как мы столкнулись. Как я уже в одном из видео говорил, нам надо было пройти педиатра, получить от него справку о том, что дети здоровы и могут быть направлены в школу. Так вот, мы застрахованы в одной из страховых компаний, где определенное количество посещений в год врача является бесплатным. Соответственно, мы взяли распечатку страховой, какие клиники мы можем посетить, и отправились в одну из них, где была педиатрия. Август — месяц отпусков, поэтому записали нас за 2 недели до посещения. Вот. И спустя этот срок мы приехали к назначенному времени, подошли в регистратуру, отдали наши карточки страховые. Так как мы были первый раз, нас записали. И, соответственно, чуть подождав, принял врач, осмотрел и выписал данный сертификат. В общем-то, ничего сложного. Послушал, глянул, взвесил. Поэтому вот что касается нашего первого посещения врачей. Вот отсюда есть, соответственно, разные. В принципе, определенное количество посещений врачей в год входит. Может быть, мы также съездим, пройдем кого-нибудь. Я, в общем-то, не жалуюсь. Ну, мало ли, может быть, можно. Можно и съездить, если это все равно, так скажем, включено. Вот издали вам снимаю это здание одного из госпиталей, который входит, к которой можно обращаться, исходя из нашей страховой. В общем-то, таким вот образом. Вот так вот строятся новостройки в Испании, по крайней мере, во многих местах примерно так видели, то есть, видите, да, идут несущие колонны, и дальше все будет застроено, то есть, пол, она же крыша, также заливается основной, остальное застраивается. Вот тут кто-то кеды уже свои повесил, положил, наверное, на входе в квартиру. Такая вот новостройка.
Да, недаром, как слышал в галисийских хрониках Михаила Юдина на его канале, где он говорит, что в Лакоруньи парк какой-то построили на месте бывшей свалки мусора, что испанцы такие им, дай место, дай разрешение, они первым делом парк построят. Действительно, вот просто вышел пройтись по... пошел по Бурхасоту прогуляться и уже на несколько парков наткнулся. Решил уже так мельком заснять один из таких, так скажем, неполноценных парков, а полупарков небольшой, но тем не менее очень много идешь по улице, или площадка какая-нибудь зеленая зона, или вот такого рода, так скажем, мини-парки или большие парки. Ну, большие я постараюсь более-менее иногда снимать обзоры каких-то особо интересных. Но, тем не менее, ты уже вот так вот идешь, смотришь. Стараются для людей, чтобы людям было приятно ходить, гулять, несмотря на то, что в Валенсии достаточно жаркая погода. Понимаю, сделано везде капельное орошение. Вот вы видите, даже к каждому дереву протянута труба с водой. Вот такие вот зеленые насаждения здесь. Очень в большом количестве. Такое вот интересное объявление на столбах встречается. Но, тем не менее, оно не останавливает собак писать на столбы. Я думаю, понятно здесь, что речь идет о том, чтобы собаки не писали на столбы, так как они их этим разрушают. Но, как я сказал, не все хозяева это читают, но а псы так тем более. Такая вот была первая дебютная часть о жизни в Испании. Репортажиков, если понравилось данный формат, напишите, то есть то, что не вытягивает целый ролик, я буду размещать небольшими такими фрагментами, ну а также какие-то интересные новости. И как о нашей жизни, так и с тем, с чем мы столкнемся. Поэтому пишите комментарии, присоединяйтесь к каналу. Ну и всего хорошего, удачного дня, пока. Ну а я покрутил педали дальше.